Соль на стенах, под ногами и даже на потолке. В каменных джунглях мегаполиса появилась соляная пещера. Определенная температура, уровень влажности, ионы хлорида натрия, которыми насыщает воздух галогенератор, воссоздают климат настоящей природной соляной пещеры. Эту пещеру создала моя мама. В этой пещере можно поправить свое здоровье. А как здесь здоровье поправляют, ты знаешь? Ну, запахом. Ну, нюхают, и от этого запаха становится лучше. Уникальную бизнес-идею реализовала жительница Самары Ангелина Кувшинова. Победитель проекта «Мама-предприниматель». Теперь самарцам не обязательно ездить на море. Можно прямо в городе в любое время года поддержать свое здоровье и укрепить иммунитет. Метод галотерапии, он является не медикаментозным. Он основан на природных целебных свойствах соляных пещер и не имеет побочных негативных эффектов, как часто бывает с медикаментозными какими-то препаратами. Проект «Мама-предприниматель» существует при поддержке городских властей. Принять в нем участие может каждая женщина-мама, мечтающая о собственном бизнесе. Каждую осень бесплатно набирают 50 новых слушательниц. Они проходят специальное обучение, пишут бизнес-планы и лучший, по мнению жюри, получает грант в 200 000 рублей на реализацию мечты. Марина Матвеевична, «События».